Так, 5 апреля 2021 год, Харьков, время 5.21 по Киеву, луна встает над горизонтом. Немножко мешает туман, но вроде даже и рассеивается. А сейчас посмотрим, вон у нас, я даже не знаю, это Сатурн или Юпитер, сейчас выясним. Если есть спутники, значит Сатурн, ой, значит Юпитер, если кольца. Вот так вот, это где что? Да, ну это Юпитер. До него 680 миллионов километров. А значит, и там должен быть Сатурн. Его, наверное, за дымкой плохо видно. Так. Ну, слишком низко над горизонтом, чтобы полосы видеть. Сейчас я попробую в другом режиме снять. Да даже чуть-чуть, я в окуляр, по крайней мере, полосы и вижу. Ладно, сейчас с другими настройками поснимаю. Поехали опять к Луне, чтобы на ярком кадре закончить. До Луны 378 тысяч километров сейчас. Да что ж ты убежала -то? Вот так вот. Да, странно, это же Сатурн-то. Юпитера видно хорошо, а Сатурна. Должен быть как раз между Луной и Юпитером. А вот кратер Аристарх, 60 миллионов лет ему, молоденькому нашему. Ладно, сейчас сменю настройки.